Вы не заживете счастливо, когда похудеете. Это не значит, что не надо сейчас приводить себя в норму, если вы перебрали с весом. То, что вы получите какие-то знания, это не значит, что после этого сразу вы войдете в открытый космос и будете счастливы, так сказать, бороздить просторы какие-то. Не будете. Но это не значит, что не надо получать знания. Вот. Не надо откладывать жизнь. Нужно получать удовольствие от жизни, потому что вы ее узнаете, вы ее понимаете, вы в ней самореализуетесь, вы простраиваете в ней адекватные, необходимые вам жизненные стратегии. Вот что важно. Сейчас. Дальше будет как-то. Еще какая-нибудь гадость случится, еще где-нибудь бахнет, что-нибудь рухнет в мире, в конкретной жизни человеческой. Черт знает, что может еще произойти. Понимаете? Куда мы, что мы там собрались? Отложить жизнь. Вот она здесь.